Всем привет! Сегодня в гараже меня поджидал сюрприз. Вот, соответственно, я так понимаю, тигр отрыгнул масло после запуска в крещенские морозы. Ну вот видно, что здесь вот вся нижняя часть пластикового ветровика в масле. Вот под ним масляная лужа. А вот свисают капли масла. В любом случае, сейчас я ничего особого делать не буду. Поеду к дилеру. Пусть выясняет, откуда утечка. Единственное, что просто интересно мне самому посмотреть. Сейчас посмотрю дальше, откуда могло утечь масло. Ну вот с этой стороны видно, что масляный фильтр весь в масле. И картер двигателя тоже весь в масле. Вон капля масла на фильтре висит и поддон. Картер двигателя тоже весь в масле. С одной стороны, это немного обнадеживает, в том плане, что просто на морозе мог фильтр так отыграть, либо некачественный материал фильтра, либо криворукий мастер его мне ставил на ТО нулевом, и на морозе прокладки там сам фильтр съежился, и, видимо, при запуске масло выбежало. Это самый такой лайтовый вариант. Другие варианты даже и не хочу рассматривать. Вот, смотрите, вот она побежала маслица, вон откуда бежит. Вот отсюда бежит масло. Я решил запустить двигатель, посмотреть, будет ли течь масло. И вот что выяснилось. Вот откуда побежала маслица. Тут стоит фильтр, тут еще какой-то стакан, в котором с другой стороны идут патрубки. Оттечь масла, вот она. Что это за стакан дополнительный, я не знаю. Но, видимо, прокладка, которая там, ее пробила на морозе, видимо. И через нее побежало масло. Так что теперь прямая дорога к дилеру наикратчайшим путем.